Часами зубришь слова на английском, но они все никак не усваиваются. Бери на заметку простые приемы для тренировки памяти. Слова проще учить в составе предложения. Например, прилагательное ajar, приоткрытый. Можно запомнить через фразу the door was ajar, дверь была приоткрыта. Учи однокоренные слова. Допустим, корень respect. Существительное переводится как уважение. Ищем в словаре однокоренные. Respectful – почтительный. To respect – уважать. Respectable – солидный. In respect – относительно. Их значения связаны между собой по смыслу, поэтому запоминать проще. Так вместо одного слова узнаешь сразу несколько. Бывает, что тема скучная. Тогда поищи английские идиомы, в которых используются нужные слова. Например, надо запомнить lane – полоса. Его можно выучить через идиому «stay in your lane» – «не лезь не в свое дело». А буквальный перевод звучит так – «оставайся на своей полосе». Но если слово никак не получается запомнить, помогут ассоциации. Например, «eagle» – «орел». Используй созвучное русское слово «eagle». Запомни фразу «когти орла» – это 10 игл. Увлекаться методом не стоит, может исказиться произношение. Новые слова обязательно нужно повторять. Проговори их сразу, как только узнал, потом через 20-30 минут. Напиши их на стикерах и расклей по дому в местах, где часто бываешь. У рабочего стола или на холодильнике. Повторяй слова, как увидишь их. А в следующей серии будем тренировать память с помощью игры со спичками, метода римской комнаты и других способов.